Фестиваль науки — это, в принципе, событие, праздник для, в первую очередь, молодых ученых, которые это все делают. Мы показываем, насколько их труд важен, насколько их труд нужен нам. Поэтому каждый, кто хоть немножечко знает этот большой труд и может прикоснуться к нему, он может сюда приехать и, соответственно, посмотреть на это. В этом году тема, девиз фестиваля науки — «Создавай будущее», поэтому мы ожидаем интересные проекты, которые нацелены на то, чтобы развивать технологии будущего, с одной стороны, с другой стороны, готовить кадры для будущих технологий. В этом мире целая куча всего того, что оно есть, оно где-то рядом. Но пока ты про это не узнаешь, либо тебе кто-то не расскажет, ты просто не поймешь этого. Какой вклад в науку сделал я? На самом деле, меня с наукой связывает довольно-таки очень многое. Я в 11 классе участвовал в научной конференции, в двух научных конференциях. На первой стал призером, на второй стал победителем. Это была научная конференция «Шаг в будущее». Очень классная тема, очень классные призы, поэтому всем школьникам, которых туда зовут, я реально советую поучаствовать. Сегодня к нам пришли ребята, школьники, и мы рассказали им о наших исследованиях, которые мы проводим в лаборатории. Очень много было вопросов, ребята реально заинтересовались. Прям... Им было очень интересно, к сожалению, не хватило времени, можно было бы им показать наш музей, потому что это один из крупнейших музеев вообще за Уралом, поэтому здесь очень интересно и детям, и взрослым, и поэтому я думаю, они еще вернутся сюда. Когда мы пришли, мы не знали, какие материалы конкретно у нас будут, поэтому... Мы сейчас работаем на полной импровизации, если можно так сказать. Вот. Наработки у нас методом проб и ошибок, но что-то получается, посмотрим, что будет в итоге. Надо обязательно поучаствовать, это самое главное пожелание, не упускать ничего в программе. То есть это действительно уникальный случай, и надо его хватать, пока ты в университете находишься.